Ну что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли и стали. Одно дело звери из мяса. А другое — машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Верховный матриарх Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю, кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Без разрешения. Я рядом. И пойду за тобой куда хочешь. Элой! Элой!
как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Это что, пещера? Узковато, но вроде можно пролезть. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Что-то виднеется. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. Огоньки. Они везде. Как она работает? Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход?
цвет поменялся. Дверь тоже поменяла цвет. Получилось. Директор Эванс, сигнал с базы командования роботами. Шифрование «Черный кварц». Перенаправляю на вашу сетку. Что это? Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать! Конечно, можем! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Дорогой дневник, можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлар опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты, как будто жизнь — это боль, которую нужно унять. Нет уж. Я не хочу молчать. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояло не многоточие, а точка. Нет, восклицательный знак. Так что... если я вас расстрою, ну извините, я больше никому ничего не должен. И может, мне этого достаточно в тот момент? Когда открылась дверь. А чего они умерли? Я увидела тебя в этом старомодном платье. И ты так улыбалась.
Мне пришлось отвести взгляд, иначе бы ты увидела в моих глазах чувство, которое во мне пробудилось. В тот момент я поняла, что мы будем вместе всегда. Ну, обалдеть вообще. Делать записи для потомков? Отличная мысль, директор Эванс. Как будто я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков. И оказался в таком положении. Хватит. Достали меня эти потомки. Пошли они... И Мачу-Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэном? Дура. Надо было соглашаться. Земля растает, как в сне. И солнце померкнет. Но гор, что живет под землей, отныне всецело лишь мой. Ну обалдеть вообще. Делать записи для потомков? Отличная мысль, директор Эванс. Как будто я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков. И оказался в таком положении. Хватит. Достали меня эти потомки. Пошли они... Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то. Ладно. Ребятки, давайте еще раз. Радуйся, Мария, благодати полная. Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь! Я иду! Я иду! Хвала Великой Матери! Скорее, хватайся! Нечего тебе там делать! Давай! Это запретное место, Элой. Да упала я! Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны! Нет! Ладно, раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Фигуры. Что они значат? Так, бери свой лук.
Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательна, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения, так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Фу. Да, они горькие. Зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Элой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Не отходи далеко. Тихо. Не высовывайся. Малыши. Нет, Элой. Такие машины зовутся рыскарь. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри. Пускай пройдет. Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми. Стоп! Еще один! Подожди. Так, теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Почему он там? Он улыбается. Тэп! Куда тебя понесло? Тэп! Ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной.
Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! А зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся, мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Да, молодец. Годится. Идем. Хватит дурака валять. Элой, подойди. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь, заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошит стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. Элой, брось ко мне камень. Забери из него. Вот так. Теперь путь свободен. Забери из него детали. Давай. Хорошо. А теперь нарви стеблей древесника. Вот он растет. Из стебля выйдет древко, из металлических деталей – наконечник. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Сиди в траве тихо и не высовывай. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что?
Емкость на спине. Это его слабое место? Да. Как ты догадалась? Мне эта штука подсказала. Это игрушка? Хватит дурачиться. Убей этого бегуна. Целься в глаз или в емкость на спине. И будь готова отпрыгнуть, если он на тебя бросится. Еще! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем, быстрее! Его не спасти. Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стада охватит паника, и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Элой! Надо идти медленно и не шуметь, иначе они меня заметят. Нельзя, чтобы они меня заметили. Осторожно. Нужно посмотреть, как они пойдут. Еще чуть-чуть.
вышло. Иди за мной. Откуда ты про них знаешь? Как ты это делаешь? Как это возможно? Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Дети, уйдите оттуда. Собирайте ягоды. У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! Huh?
Раст! 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 Где он? 2 дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав? Это на него не похоже. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Элой, ты пришла? Когда ты обещал мне охоту, я не думала, что придется выслеживать тебя. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А, у чудной Грата кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Элой. Обсудим это потом. Ладно. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой. Когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не Тимёт, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным врат. Что-то он сам не свой. Он ошибается, если думает, что я его брошу. Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать.
Похоже, они затеяли охоту на что-то крупное. Вон он. Именно там, где обещал. Как всегда. Как он мог подумать, что я... Алой. Ты пришла? Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра, наберись терпения, Лой. Всему свое время. Я сходила к Карсту и купила у него нитимет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, недешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Слушай, Раст, я все обдумала. И я хочу сказать, я тебя не брошу. И я не буду. Не буду притворяться, что ты мне чужой. Элой, закон запрещает все контакты. Пускай. Мне все равно. Ты привык следовать закону, Раст. Но мне закон никогда ничего не давал, только отбирал. Все, хватит с меня. Элой, я обязан подчиниться. Ну и пусть. Я знала, что ты это скажешь. Мы сделаем так. Я буду приходить втайне. Меня никто не увидит, все будет хорошо. Ты не будешь со мной говорить, раз это запрещено, но я буду. Это мое преступление. Ты просто слушай. Это все, что я прошу. Ты хорошо все продумала. Ну да. Так что не переживай. Решено. Да. Решено. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть.
Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Туша рыскаря. Я заберу детали. Будь осторожна. Белозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину. Нет. Пойдем.
Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пилозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок — ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом, когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Мы закончили. Пойдем. Рассвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь. Есть дело. Ну, пора. Ты готова? Да, вроде. Все громче, чем я ожидала. Ты еще не была так близко. Вблизи все кажется больше. Скоро все станет привычным, как дома. Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса поможет. Еще вопросы? Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Центр жизни племени. Жемчужина священной земли. Погоди. Ты ее полюбишь. Как я, когда был среди них. А они меня точно примут? Я же говорил. Ребенок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоем праве. Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краев. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Ответы. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память.
Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Мы прощаемся. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Храни тебя, великая мать, Элой. И тебя. Сейчас надо его отпустить. Пока. Сначала инициация, а потом я пойду по его следу. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь! В сторону! Воины, расступитесь! Пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Элой! Это ведь ты? Подойди. Ой, зря я. Ты ведь Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом, делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Держи. Как будет время, примеришь. Спасибо, Теп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про
посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Послушай, какие все возомнили эти карха? Слово такое неприятное. Все увидишь, когда они сюда после всего, что дотворили. Зачем? Слушайте и запоминайте. Конечно, вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Вначале Великая Мать родила все живое. Люди, машины, звери — все это ее дети. Они мирно жили бок о бок в ее теплых объятиях. Но появились недовольные. Им было мало ее даров. Им хотелось большего. То были безбожники. Машины посулили, что станут им служить, что подарит им новый мир, лучше того, который сотворила Великая Мать. Мир из железа. Они обещали безбожникам, что будут делать за них все. Кормить их, укрывать их. Они сулили им легкую жизнь, изобилие. И безбожники ушли вслед за машинами. Только истинные дети, матери и отцы Нора, остались с великой богиней. Поначалу машины держали свое слово. Они построили города, великие и ужасные, памятники их грехам. Но их служба продлилась недолго. Среди них появился король, машина невиданного могущества, железный бес. И тогда уже безбожники стали ему служить машинам. Но железному бесу этого было мало. Он хотел, чтобы все служили ему. Он попытался увести истинных детей от матери. Они воспротивились ему. Они собрались на склоне горы, прильнув к ней, и стали молиться так истово, как никогда ранее. Железный бес бушевал громче грома. Обуреваемый яростью, он явился к матери, чтобы убить ее. Но она сразила его намертво. Как вы и сами знаете, ибо его безжизненное тело до сих пор покоится там, наверху. Узнав о гибели своего короля, машины утратили разум и стали как дикие звери. Безбожники были вынуждены покинуть свои города и отправиться в скитания. Только мы остаемся истинными детьми Великой Матери. Мы делаем все своими руками, как завещала она. Машины должны быть истреблены. Из кусков железа можно что-то мастерить, но нельзя им поклоняться. И мы по-прежнему чтим ее законы и возносим ей молитвы, ибо на смену одной угрозе всегда приходит другая. Безбожники завидуют нам, зарятся на нашу святую землю, и год за годом ярость машин растет. Они рыскают в поисках мальчиков и девочек, которые плохо себя вели. Что? Среди нас машина? Нет, нет. Мои старые глаза меня подвели.
Неплохо. Слушайте и запоминайте. Кто знает, вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Я бы не стал закрывать перед ними дверь. Вначале Великая Мать родила только все мне кажется, живое. Что в этот раз... Люди. Элой, иди сюда. Карст, что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой не знакомы. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла. И как мило, что ты со мной говоришь. Ну не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть и полюбуюсь на их рожи после твоей победы. И если тебе что-то еще нужно из припасов, обращайся. Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь скидку. Да ты совсем? Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай без этого. Я всегда рад принять твои осколки. Мать, конечно, их прости. Вот я точно... Все ведут себя так, словно эти... Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Карха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности написано рукой короля солнца Авлада. Убийцы и живодеры! Его светозарность... Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности, написанное рукой короля солнца Аввада, его светозарности 14-го монарха... Но я помню, что 7 лет назад Карха украли мою сумму с гостей и обнаружено неизвестное устройство. Это что такое? В этот славный миг в свете солнца над деревьями. Пока ваши отпуск... На нем визор. Такой же, как у меня. Вступить на путь воинов, мы присоединяемся. Где я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор? Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я... Сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. О, похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет.
Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать нечего. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами. Но ты всех угомонил. Ну да. Сам этому удивился. Нора до сих пор злы на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард — это лучшие воины Короля Солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Я еще хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения? Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг. А новый хочет мира. Что в этом мрачного? И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники – мастера кузнечного дела. Лучшие оружейники в мире. Но по части строительства тут нам с Карха не сравнится. Город парит над каньоном. Мостов там больше, чем дорог у Нора. А дома высотой с гору. А на другом конце долины шпиль. Как вознесенный в небо клинок, сияющий на солнце. Ты должна сама это увидеть. Считай это вызовом. Или приглашением. Я хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец. Ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю, кому надо. Сможешь начать новую жизнь. Даже с сестрой тебя познакомлю. У нее связей больше, чем у меня. Ты же сказал, безумный король ее забрал и убил. Ха! Забрал? Да. Убил? Нет. Мою Эрзу так просто не прирежешь. Она сбежала и теперь командует авангардом. Это целая история. Может, расскажу как-нибудь за стаканчиком. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся, да? Как же можно было пустить сюда Карха? О, великая мать, забудь их и все их жалкие дела. Мы начнем благословение, когда все займут свои места. Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Свет от адства. Сестры, дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь.
честь моей матери, которая покинула меня во младенчестве. Великая мать, услышь нашу молитву. Что есть дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не угаснет и не упадет. Так от одного к другому передаются узы любви. Я оставлю Карха на суд богини. Мы не должны слишком беспокоиться о прошлом. У меня есть к нему вопросы. Ты помнишь, как в прошлом году одна из них так напилась и плясала голая? Ну что, посол Брага даже лучше, чем в прошлом году. Это невероятно. Элой, благословение завершено. И мы с тобой, наконец, можем поговорить. Я надеюсь, обряд тебя не смутил, учитывая обстоятельства. Обстоятельства? Я пришла на инициацию, а вы заставляете меня бормотать ваши молитвы и зажигать фонарики. Как скажешь. Хотя мне больно видеть, что годы, проведенные в изгнании, помешали тебе оценить величие этого обряда. Может, жизнь в изгнании прояснила мой разум? Меня заботят не обряды, а результаты. Что ж, таково твое мнение. Не стану спорить. У тебя есть ко мне вопросы? Почему меня изгнали из племени? Какое преступление я могла совершить еще до рождения? Элой, я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Вопрос простой. А моя мать? Она сегодня здесь и смотрит? Или умерла? Она здесь? Или нигде? Уверена, твоя мать сейчас с нами, пусть и незримо. Я спрашиваю не об этом. Имейте в виду, я пришла сюда за ответами, настоящими. И после инициации я их получу. Я знаю, Элой. Именно этого я и жду. Ну, Араст? За что его изгнали? Он тебе не рассказал? Он дал клятву об этом не вспоминать. Да. Как и я, и другие матриархи. Прости, Элой. Но прошлое Раста тоже тайна, которую я не могу открыть. Я так и думала. Раст сказал, матриархи не только управляют. А что еще? Мы учим, советуем, благословляем. Когда нужно, судим. У нас одна забота – благополучие племени. Сейчас у нас в племени 3 высших матриарха и еще около 30 обычных. В чем разница? Матриархи – это бабушки, матери 2 поколений потомков. А высший матриарх – это прабабушка. Ее потомство – это 3 поколения и более. Мы говорим от имени поколений, потому наше мнение ценно. Особенно высших матриархов. То есть, чем больше у тебя детей, тем больше власти? Интересный способ выбрать главного. А зачем как-то иначе? Почему Лензра меня так не любит? Она довольно резка в суждениях. Больше я ничего не скажу. Я не виновата, что родилась. И что матриархи решили меня изгнать. Я согласна с тобой. Но мнения на этот счет расходятся. А матриархи принимают решение большинством голосов. Я удивлена, что изгоев допускают до инициации. Обычно норы не так любезны. Так заведено. У детей изгнанников должно быть право воссоединиться с племенем. Но, насколько мне известно, ты первая, кто решил этим правом воспользоваться. Ну еще бы. Вряд ли много детей изгнанников доживают до совершеннолетия. Скорее, дело в том, что детей редко изгоняют.
Мне известно лишь об одном другом таком ребенке, кроме тебя. Мальчик 13 лет, убивший свою мать. На инициацию 5 лет спустя он не явился. Ну, вряд ли он протянул 5 лет в одиночку. Но у него был хоть шанс. В другом племени его бы просто казнили. Тебе, наверное, трудно это принять, Элой. Но изгнание из племени — это проявление гуманности. Правда? А вы поживите 18 лет в изгнании, тогда скажете. Мне пора. Вы простите, что я вам нагрубила. Просто я так давно хочу получить ответ. Я знаю, дитя. Ты не единственная, кто долго ждал этого дня. Я буду за тебя молиться. А кто мы такие, чтобы судить Карха? Пусть их судит богиня. А неплохо все прошло. Ну, то есть быстро. Но с огнем любой азерамский мастер устроил бы что-нибудь позрелищней. Ой, извини, что я так о вашем священном ритуале. Было красиво. Правда. Удачи на этой вашей инициации. Может, еще увидимся в Меридиане, мало ли. Ну, Олин? Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Мне скрывать нечего. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от жилы. Так мы называем земли озером. Их земли просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Эренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Когда мы говорили, ты вздрогнул, как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал, я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье? Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы, не мои. Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Друзей мне хватает. Я привыкла, что меня сторонятся. Думала, ты не такой. Ничего личного. Правда. Ты иди. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. Безродная погонь. Что ты сказал? Иди спать, изгой, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. А, так тут люди спят. А
то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь... Так-так, смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. У тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. Ты же не знала слов благословения. Хотя все равно твои молитвы не слышат. Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Только победа будет за мной. Ха, я всю жизнь к этому готовился. Если я тебе проиграю, добровольно уйду в изгнание. Я бы не советовала. Ты там долго не протянешь. Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. А я вот помню, что другие дети тебя осудили. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди. Сам увидишь. Ну да, скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Это я тебя завтра удивлю, дикарка. Не ты. О, ты заткнешься? Вот бы удивил. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты... И я. Вала. Приятно познакомиться. И да, я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Твоя койка вон та. Ясно. Спасибо. Как тебе в сердце матери? Довольна? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей. Удобство и развлечения. Вот что. Удобство — это неплохо. Удобство для слабых. Ты как моя мама. Если не понравится, ты всегда можешь уйти. Ну а пока отдыхай. Воины, приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Ха-ха!
Разбился твой трофей, изгой! Придется раздобыть новый! Хорошо. И еще раз. Ну, давай. Есть! Быстрее, давай! Надо их догнать! Надо их догнать! Не торопитесь! Главное дойти до конца! Все дошли, кроме изгоя! Где она? Она была за мной. А я думал, дойдет. Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад Хватит. Пути нет. Остановись. Не надо. Полезай обратно наверх. Вон они. Подумайся. Надо догонять. Не стоит. Кто ведет? Я не вижу. Баст, а за ним Валла. Ну давай. Быстрее, шевелись. Вперед, вперед. Изгой? На старой тропе? Она свихнулась? Хорошо, я их догоняю. Смотрите, изгой их догоняет! Как она туда забралась? Это будет непросто. Получилось. Я готовилась к этому с самого детства. Их учило племя, а меня учила жизнь. Давай, покажи им. Покажи им всем. Давай, ты сможешь! Нельзя, чтобы они меня опередили! Она не победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет! Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди вас первой. А?
Прекратите огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. Но под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли, давай! Их много! Нам конец! Их не сдержать! Великая мать, помоги! Смерть захватчикам! Убить святотатцев! Они сильны! Не отобьемся! Убейте их! Их много! Нам конец! Вперед! Быстрее бегите к тросу! Убейте всех, чтоб никакой им пощады! Не сдавайтесь! О нет, берегитесь! Их все больше! Сколько их! На подходе. Их много. Их не сдержать. Терять людей. Великая мать, помоги. Убить святотатцев! Смерть захватчикам! Они сильные! Не отобьемся! Убейте их! Давайте, спускайтесь, пока можно. Сдохнет! А ну-ка, вперед! Меня ищут. Кто-нибудь ее увидит?
Привет. Обрати свой лик к солнцу, дитя. Сожгите все, исполните долг. Повинуюсь. Элой. Она умирает. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Раст.
Нет, 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 нет. Надо выбраться. Где мой визор? Нет. Раст меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я?